не высоковольтка, энергия на хинзе 200 метров алло. Ориентир 200 метров от забора, уходим сюда, и вот эта часть получается. Вот 500 вдоль дороги, правильно я говорю, и в глубину 300 метров. Да. Или сколько там? Нет, 390 глубина, 384 сюда. Вот, тут калитка хинзе вас. Ничего не стоит, да. Да, чисто это ничего. Это деревья там, наверное, да? Да, это деревья. Ара чайхан, брахки, раньше, в советское время, в 70-х чай посадили, но чай не вырос, не прижился. Здесь земля, а с углиной комов, а чай, даже чай не прижился. Нас хахана советует, но советуем чан выгашта хана и габаси ан. Только как пастбище. Не прижился чай, ну земля очень такая неплодородная. Вот такая ситуация. Алло.